Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем мастер-классе я покажу вам, как обычный простой кардиган, связанный лицевой гладью, превратить в шикарнейшую вещь. Этот кардиган я вязала из пряжи Alize Angora Gold. Но здесь такой меланж. Здесь 550 метров в 100 граммах. И 80% акрила и 20% шерсти. Цвет у меня 18,95. Вязала я кардиган спицами 6,5. Кардиган связан по мастер-классу, который есть у меня на канале. Оставлю ссылочку в правом верхнем углу, переходите, смотрите. Там он розовый. Там я набирала 180 петель. Здесь я набирала 170 петель. И мой размер 42-44, вы видите, как он смотрится. Не в обтяжку. На 46 размер тоже будет хорошо, но будет уже более в обтяжку. Так как кардиган связан лицевой гладью, я решила добавить в него что-то интересное. Кардиган я постирала, полностью провела ВТО. Как проводить ВТО? Ссылочка в правом верхнем углу, тоже переходите и смотрите. Это уже кардиган после ВТО, уже полностью готов. И теперь я буду вязать на нем волан. Волан решила сделать по левому рукаву, но вы можете сделать и по правому, если вам так больше нравится. Прежде чем решить, по каким петелькам вы будете набирать петли для волана, вы вот так вот разверните рукав, вот он плечевой шов вверх, и посмотрите, все ли у вас здесь ровно. Вот у меня здесь проходит лицевая косичка, вот здесь вот. Вот она и дальше продолжается. Значит, вот по этой вот лицевой косичке мы и набираем, чтобы у нас здесь было все красиво, и с левой стороны от волана у нас шла ровная полосочка. Если по правой стороне вы вяжете по правому рукаву волан, то тогда с правой стороны должна быть красивая полосочка ровная. То есть мы здесь должны набрать ровно по лицевой дорожке вот этой вот, чтобы у нас все было красиво и аккуратно. Если вдруг у вас здесь получилось какое-то смещение, и вы не заметили при том, когда набирали петли на рукава, значит, сдвиньте немного, ну, там, на одну петельку, к примеру, свой волан набирайте не по вот этому вот краю, а, к примеру, по следующей дорожке лицевой, чтобы закрыть вот эту вот неровность, чтобы у нас по краю волана шла именно дорожка вот такая ровненькая. Кардиган я вязала спицами 6,5. Сейчас я беру спицы на размер меньше. То есть я беру спицы 5,5. И буду набирать петельки вот по вот этой вот крайней лицевой дорожке. Начну вот отсюда, где у нас заканчивается вот здесь вот рукавчик. Вот. И вот отсюда я возьму петельку. Смотрите, вот здесь у нас рукавчик и вот петелька. Вот она. Я буду сейчас набирать просто на спицу таким образом, что захватывая одну, вторую пропускаю. Следующую захватываю, следующую пропускаю ниточку. Покажу поближе. Посмотрите, у нас здесь вот в этой дорожке вот каждый ряд одна ниточка там в лицевой петельке. Вот они. Вот, вот, вот поперечные. И я набираю через одну. Одну пропустила. Следующую набираю на спицу. Следующую пропускаю. Вот она здесь. Следующую набираю. Одну пропускаю. Одну набираю. Пропускаю, набираю. И вот так вот через одну петельку я набираю полностью вокруг рукава. Мы набрали полностью петли от передней части рукава до задней. Вот здесь я до конца рукавчика набрала. И теперь мы просто вытягиваем вот эту вот спицу немножко, так как нам нужно будет начать провязывать с этой стороны, потому что у нас горловина вот здесь, плечика. Здесь рукав с левой стороны, у нас волан должен ложиться на рукав. Поэтому нам нужно провязывать с этой стороны, чтобы была лицевая гладь. И поэтому мы возвращаемся
вытягиваем спицу вот сюда же. Мы начинали набирать этой спицей, шли отсюда, и просто теперь ее вытягиваем и начинаем вязать с этого края. Присоединяем ниточку. Начинаем провязывать следующим образом. Сейчас нам нужно увеличить количество петель, чтобы валан был пышный. И теперь из каждой петельки мы будем вывязывать 2. Присоединяем ниточку. Вот одна петля. Я ее провязываю за заднюю, за переднюю стенку сначала. И не снимая со спицы, сразу же провязываю за заднюю стенку. Теперь снимаю. Так, ну здесь просто подтягиваем хвостик, потом мы спрячем эту ниточку. Из каждой петельки так вывязываем. Следующая петля за переднюю стенку со спицы не снимаем, сразу же за заднюю. Следующая петля за переднюю стенку. И эту же самую петельку за заднюю стенку. За переднюю, не снимая со спицы, за заднюю, за переднюю, за заднюю. Таким образом, из каждой петельки у нас вывязывается 2 петли. Провязываем полностью до конца ряда. Если вы планируете валан вязать по обеим сторонам, то тогда запоминайте, в каком именно месте вы начали набирать петли и закончили сзади, чтобы валаны были одинаковые с обеих сторон. И также запоминайте количество петель, которые вы набрали для одного валана, и чтобы другой валан был точно такой же. Итак, я провязала сейчас один лицевой ряд, увеличив петли вдвое. Это вот так вот выглядит, если сейчас посмотреть. Видите, из каждой петельки вывязано 2 петли. Это я провязала лицевой ряд. Вот так. Получается, вот так я его провязала. Теперь я просто разворачиваюсь на изнаночный ряд. Так, дальше мы будем снимать первую кромочную петельку, а последнюю петлю провязывать изнаночной, что в лицевом, что в изнаночном ряду. Снимаем первую кромочную, и дальше я провязываю все петельки изнаночными. Это изнаночный ряд. Будем валан вязать лицевой гладью. Сейчас этими же спицами, которыми я набирала, я провязываю еще один ряд. Изнаночный ряд провязан. И вот сейчас у нас на спицах, несмотря на то, что мы прибавили вот здесь вот петельки, вывязав из одной петли 2, у нас количество петель равное количеству петель вот здесь вот на рукаве. Потому что мы вот здесь набирали через одну ниточку. Здесь на валан по-другому не наберешь, через одну именно. И поэтому сейчас наш валан будет не пышный. И вот сейчас третий ряд я буду провязывать точно так же, как я провязывала первый. Но первую кромочную я снимаю. И затем провязываю точно так же, как первый, делая прибавки. Провязываю лицевую за переднюю стенку, за заднюю. Из каждой петельки вывязываю для того, чтобы валан был пышный, чтобы прибавить петельки. За переднюю, за заднюю. За переднюю, за заднюю стеночку. Так же, как мы провязывали первый ряд, мы сейчас здесь вывязываем, увеличивая количество петель. Провязываем полностью весь ряд. Все, провязала предпоследнюю петельку. И последняя петелька у нас одна осталась кромочная. Я ее провязываю изнаночной. И теперь я уже меняю спицы на размер больше, на те, которыми я вязала кардиган, для того, чтобы у нас было одинаковое полотно на кардигане и на валане. Теперь изнаночный ряд я буду провязывать уже этими спицами на размер больше. Для набора петель и для прибавок на валан берутся спицы меньшего размера, для того, чтобы вот здесь вот не было слишком больших отверстий. Так как у нас кардиган связан не маленькими, а достаточно крупными спицами, 6,5, здесь все равно будут не маленькие отверстия. Но если бы мы набирали вот этими спицами, они были бы еще больше. Теперь мы разворачиваемся.
Первую кромочную снимаю, теперь во всех рядах мы будем ее снимать, а последнюю провязывать изнаночной. И теперь я провязываю изнаночный ряд уже своими основными спицами. Провяжу изнаночный ряд, затем развернусь и буду провязывать лицевой ряд лицевыми петельками. И будем провязывать таким образом лицевой гладью, в лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном ряду изнаночные петли на всю длину волана. Какую вы хотите длину, такую и провязывайте. Если вам нужен волан не такой пышный, как у меня, то тогда вы здесь, вот когда мы сейчас третий ряд набирали, из одной петельки 2 вывязывали, делайте это не из каждой петли, а через петлю. Я связала вот 12 рядов, думаю, этого достаточно для волана. И теперь я буду закрывать петли. Петли буду закрывать самым обычным способом. Решила закрывать так, потому что на планке у нас точно так же закрыты петли, чтобы все сочеталось. Буду закрывать обычным способом. Одну провязываю, вторую накидываю. И так закрываем полностью все наши петли. Все, все петельки закрыли, ниточку обрываем, просто вытягиваем ее сюда. Теперь эту ниточку вставляем в иглу и прячем ее в полотно. Также прячем хвостик вот этот вот, который мы начинали вязать, когда волан присоединяли нить. Вот он в начале у нас. Точно так же в полотно прячем с помощью иглы. Все, я спрятала хвостики. И вот наш волан готов. А так как у нас кардиган постиран и отпарен, сейчас я из-за волана его стирать не буду, я просто возьму и отпарю волан. Все, волан отпарен, он уже приобрел точно такой же вид, как и кардиган. Волан небольшой, поэтому я решила не стирать, а просто отпарить. И следующий волан я буду делать на расстоянии, вот получается, сколько у меня петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 петель от вот этого места, где я набирала один волан по рукаву, через 11 петель в 12 петлю, получается, я буду делать следующий волан. Я примерила кардиган, прикинула визуально, в каком месте мне нужен волан, и до какой длины. И вот здесь вот я поставила маркер. Теперь я что делаю? Отсчитываю количество рядов вверх по тому ряду, где мне нужен волан полностью. Слежу, чтобы ряд у меня никуда не убегал. Иду вверх, считаю количество рядов здесь. Вверху на плечике я тоже ставлю маркер. Я здесь смотрю прям, чтобы этот же ряд у меня продолжался и дальше. Чтобы со спинки и спереда у меня был один и тот же ряд. От плеча я отсчитываю также свое количество рядов, которое у меня было впереди. И вниз столько же рядов отсчитываю и также ставлю маркер. Теперь я располагаю кардиган горизонтально, чтобы было удобно набирать. Беру те же спицы, которыми я вязала вот этот волан, ну то есть которыми набирала и провязывала первые ряды с прибавками. Спицы 5,5. И начинаю по этому ряду точно так же через одну ниточку набирать. Одну набираю, одну пропускаю. Одну набираю, одну пропускаю. И точно так же от этого маркера, который у меня здесь попереду, до того маркера набираю, который у меня здесь по спинке. Затем вот так вот вытягиваю спицу и начинаю провязывать отсюда, именно по лицевой стороне, точно так же, как мы вязали вот этот волан. Здесь мы провязываем все точно так же, прибавки буду делать точно так же, как и вот этот волан, чтобы такой же пышности он был. Думаю, что еще раз показывать, как вязать волан, нет смысла. Вернитесь немного назад, посмотрите. Ну, или вы еще помните, как мы вязали вот этот. И просто повторите то же самое.
Все, второй валан я тоже связала, вот он готов. Первый валан вот у нас полностью идет вокруг рукава, а этот идет немножко длиннее. И вот этот вот хвостик свисает, что там, ну вы видели на фотографиях, как красиво это смотрится. Здесь я провязала 12 рядов, а здесь я провязала 14 рядов, для того, чтобы вот этот верхний валан находил на нижний, вот сюда. Когда вы отмеряете вот это расстояние, на каком расстоянии вам сделать валаны друг от друга, учитывайте тот момент, хотите ли вы, чтобы один валан был поверх другого, либо нет. И в зависимости от этого устанавливайте ряд, из которого будете набирать петли на валан. Также и количество рядов. Вот так легко, просто и быстро можно разнообразить свой кардиган. Если вам понравился данный мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Выкладывайте свои работы по тегу, который указан на экране. Отмечайте меня, чтобы я видела ваши отметки и также делилась вашими профилями у себя. А также можете присылать фотографии в директ моего инстаграм. Ссылочка всегда в описании профиля. Всем приятного вязания!